Кубок Стэнли. Вегас сравнял счет в серии с Виннипегом. Вашему вниманию результаты матчей Кубка Стэнли за понедельник, 14 мая. Виннипег, Вегас, 1-3, 0-2, 0-0, 1-1. Счет в серии 1-1. Шайбы, 0-1, 13 Татар, Карпентер, Теодор, 0-2, 17 Маршеса, Смит, 1-2, 47 Коннор, Майерс, Эйлерс, 1-3, 48 Маршеса, Смит, Карлсон. Смотрите также все результаты Кубка Стэнли. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.